Слава нашему Господу за то, что Господь сегодня дал нам еще одну возможность, чтобы собраться вокруг Слова Божия. И я не выскажу новую мысль, только повторю то, что в Священном Писании написано, что будет время, когда это Слово Господне перестанет звучать на земле. Но это будет означать и то, что уже нет спасения для людей. Настало время Богу судиться с людьми. И покуда сегодня на нашей земле звучит Слово Господне, значит, продолжается жизнь. И не просто жизнь плотская, вот эта жизнь наша земная, но Бог хочет, чтобы мы жили полноценной духовной жизнью, за что слава Господу и благодарение. И мы хорошо понимаем, что без Слова Господня мы не можем знать путей жизни, которыми надо ходить. Потому что Слово Божие, которое мы читаем, это есть Слово Творца, который образовал жизнь нашу, который образовал нас, который образовал эту огромную вселенную, и только Он один знает законы жизни. И если мы сегодня не знаем многих законов, которые существуют во вселенной, и я хорошо понимаю, что мы не знаем, мы, может быть, что-то утирали. Вы знаете, многое из того, что человечество имело и владело, некоторое ушло в небытие вместе с цивилизациями. И вы, наверное, знаете, что это были мощные цивилизации до сегодняшнего дня, когда открываются те постройки, которые древние люди строили, то сегодня ученые признаются, нет такой техники, чтобы такие огромные камни сложить, на такую большую высоту поднять. Да, говорят, и привезти не знаем, откуда они их привезли. Нигде ничего похожего нету. И мы не знаем многих законов, которым пользовались древние люди. Но открыли другие законы. Но вот законы жизни, законы спасения души, они, благодарение Богу, известны нам. И это самое главное, потому что сколько бы мы ни жили на земле, мы знаем, если бы даже не верили Библии, и есть опыт жизненный, что вообще люди проживают определенное время на земле и потом уходят. Уже это никто оспаривать не будет. Это мы видим каждый день. Это неприятное явление, и оно нам радости не доставляет, но до сегодняшнего дня пока что этого закона никто не изменил. Вот это определение, которое Господь дал в древнее время и сказал, когда только укусишь, смертью умрешь. Адам кусил с Евой от этого плода жизни, стал на сторону дьявола, разорвал контакт с Богом, и люди борются, воюют, старается сохранить свою жизнь, использует все, чтобы как-то продлить ее, но до сегодняшнего дня никто этой цели не достиг. И за это благодарение Богу. Иначе нам пришлось бы жить во грехе со слезами и с плачем. А я помню свои студенческие годы, когда пели одну песню, и это была не блатная песня, это была не песня, которую зэки сочинили, это пели по радио. Вы помните, говорят, что будет сердце из нейлона. Говорят, что 300 лет стучать ему. Говорят, по науке, может, это и резонно, но нам, ребята, ни к чему. И вы знаете, и там есть доля правды, а нам-то ни к чему. Потому что мы знаем и верим по Священному Писанию, что вот та жизнь, которой мы сегодня живем, среди греха, среди искушений, среди слез, среди смерти, которая царствует, то нам и ни к чему. Мы хотим иметь другую жизнь. И Господь сказал в Священном Писании, что люди ее сами на земле никогда не поменяют. И покуда будет царствовать грех, до тех пор будет смерть на земле. И мы сегодня, понимая, что Бог сделал, благодарим за это Бога. Он рассчитается с нами в нашей плоти за наши грехи, а мы идем в другой прекрасный мир, который будет гораздо лучше того, чем которым начали жить Адам и Ева. Ни искушений, ни проблем, ни переживаний, ни вот этой какого-то страха перед тем, что что-то может нарушиться опять, потому что Господь дает нам сегодня, еще раз напомню, свою стопроцентную святость. Не святость серафимов,
не святость Херувимов, не святость Архангела Гавриила, а свою 100% через его святую пролитую кровь, за что мы славим и благодарим Бога. А в сегодняшний день это слово Господне нужно нам для того, чтобы мы не могли уклониться с того пути, на который нас Господь поставил. И вы помните, что мы в прошлый раз рассуждали, в общем-то, над 14 главой, которая для нас сегодня очень важная, потому что она учит нас и открывает нам, что есть люди, которые что-то не исполняют или исполняют не так, не потому что они не любят Бога, не потому что они не хотят жить по законам Божьим, они просто не понимают всего. И думаешь, вот таким образом, воздерживаясь от мяса или еще чего-то, есть только овощи и так далее, они этим хотят угодить Богу. С нашей точки зрения, и Библия говорит это о немощи веры. И Библия говорит о немощи веры, не о том, что человек знает и не хочет делать. Я хотел бы, чтобы вы сегодня не путали с тем явлением, которое у нас сегодня есть, что мы знаем, но это нам невыгодно, и мы поэтому не выполняем. Мы знаем, что так надо, а сегодня в мире все живут по-другому, и мы хотим так жить. Это уже другой вопрос. Но здесь стоит вопрос о том, что люди не понимают, и Бог тогда не особо обращает внимание на то, что они не понимают, потому что это второстепенные вопросы, которые не приближают к Богу и не отдаляют. И Он их благословляет. Мы же, когда это видим, если даже у нас более трезвое понимание, мы никак не хотим принять, что этого человека Бог может благословлять. Почему не может? Да потому что он не ест мясо. Вы понимаете, о чем я сегодня веду речь? И как раз вот эта глава, она об этом и говорит. Вы, наверное, неоднократно можете встретить в Священном Писании, особенно в Ветхом Завете, вот такое выражение. Когда Бог характеризовал жизнь людей, особенно тех, которые жили в доме нечестивых царей, то он не один раз говорил так, что этот человек войдет в гробницу отцов своих, потому что в нем нашлось нечто доброе. Вот это нечто говорит о том, что его мало было. А все, что было вокруг его и в его доме, и, естественно, под влиянием семейного воспитания, у него могло быть плохого много, но одновременно в его жизни Бог видел нечто доброе. И вот то, что доброе, хотя бы способность покаяться. Вот вы знаете, есть люди, которые настолько наделали много грехов, и все-таки у них в жизни было место, я не знаю, как Господь его достиг этого места в их жизни, когда они смогли покаяться. Вот было ж нечто доброе. И когда Господь видит нечто доброе, Он основывает свою работу на этом добром и свое влияние расширяет так на сердце, что впоследствии изгоняет и то плохое, что есть. Но чтобы Господу начать работу какую-то, надо найти в этом сердце хотя бы нечто доброе. Ну, хотел что-то сказать, вспомнить свои студенческие годы, но не буду. Я думаю, что я в другое время это скажу, но я просто наблюдал это и видел. Что вот все люди, которые действительно, я мог бы шире сказать, и грабили, и воротники отрывали, а потом, когда садились, они говорили, а Бог-то все-таки есть. И то, что мы делаем, но то не совсем то, что надо, что мы делаем. Я помню, когда вот это было застойное время, я уже то, о чем я не хотел говорить, я не говорю, я говорю другое. Вот наша группа, в которой я учился, это были две группы, которые были, ну, сказать, неуправляемые, не скажешь, но больше проблем доставляли, ну, в учебном заведении. Это были такие, которые могли и урок сорвать, и в течение, значит, лекции, значит, за 45 минут половину класса через окно вылезет, преподаватель посмотрит, отметим, что, а половину студентов нету. И когда была лекция,
А по атеизму, это у нас был факультативный предмет, не обязательный, но за него все равно ставили и удовлетворительно, и в то время это, можно сказать, было на первом плане стояло. И когда этот лектор читал лекцию по атеизму, встала одна девушка, еврейка была она, и встала и заявила: «Что бы вы мне ни говорили и нам, но я знаю, что Бог есть». Вы знаете, в то время, будучи студенткой, где-то второй курс, наверное, был, и не так-то легко было поступить. Я помню, когда мы поступали, я поступал в технику, было 9 человек на одно место. Это был огромный конкурс, туда не так-то просто было бы. И в то время сказать такое слово, то можно было вылететь. Но этот лектор сказал так: «Я вас не хочу переубеждать. Меня попросили прочитать лекцию по атеизму, я читаю». То все студенты, вот эти люди, которые действительно, я уже не хочу сказать, что эти группы две делали. И двери простреливали из калиберки, и все, что было. Они сказали: «Молодец, Галя, она правду сказала». Все-таки вот находилось нечто доброе, снаружи кажется, ну что за то, как чего они говорят в прессе, это слово, ну, не с какого-то лексикона вульгарного, говорят, отморозок. И буквально в смысле слова это были вот такие люди, которые не знают. И в то же самое время они кое-что имели внутри. Говорят: «Молодец, Галя, правильно сказала». И никакого шума не было после этого. Никто никому не донес, никто никому не сказал. Потому что за такие вещи вполне возможно было разбирательство на самом высшем уровне. И спорить в то время было бесполезно на эту тему. И доказывать, что Бог есть. Поэтому, когда Господь наблюдает за нами, тем более за нами верующими, то если Он в любом человеке видит нечто доброе, то, я думаю, в христианине тоже видит нечто доброе. Мы же этого часто не хотим принимать и понимать. Ага, раз это не так, как я понимаю, значит, ничего хорошего здесь быть не может. И это говорит о чем? Что мы в своем сердце сделали свой собственный анализ, взвесили, не знающим всего, что происходит, и вынесли решение, что этот человек, что бы он ни говорил, что бы он ни делал, он не достоин внимания Божьего. Между тем, Господь здесь конкретно говорит о том, что есть немощь веры. Но если это немощь веры, она связана с тем, что люди хотят быть чище и поклоняться Богу, то Бог это воспринимает как нормальное явление. И это очень важно. И потому я здесь еще раз перечитаю вот этот текст Писания. Глава 14, хотя мы на этом останавливались. И я вскользь пройду, что-то чуть-чуть добавляю к тому, что в прошлый раз говорил. «Немощного веры принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не суждай того, кто ест». Почему? Потому что Бог принял его. Бог принял того, кто ест мясо, и Бог принял того, кто не ест мясо. И говорит: «И как вы можете осуждать один другого, когда Бог и одного из вас принял, и другого из вас принял?» А по сути дела, вот этот вопрос, вы еще хорошо знаете, он для Бога никакой разницы не играет. Пишет он, не приближает к Богу и не отдаляет. А вот эта немощь веры, она очень часто существует в жизни. Вы помните, я уже не помню фамилии этого брата, но вы его помните, который всю зиму ходил в плаще, где-то там жил. У него были свои страсти, но какие? Когда он встает утром, он прежде всего должен помолиться, поговорить с Богом. Он ни с кем не заговорит. И после поясняет: «Вы не удивляйтесь, у меня такое правило. Я поднимаюсь, я должен сначала поговорить с Богом, потом уже с вами». Но мы что, так не делаем? Но кто его обвинит за это? Ведь у него-то было стремление и желание каким-то образом угодить Богу. Может быть, Богу этого не надо было, но у него сложилось такое мнение, что так надо. Ну как вот я просыпаюсь и прежде всего буду говорить с людьми? Ну с кем мне надо поговорить? С Богом надо поговорить.
И кто их будет осуждать за это? Мы можем сказать, что не надо это. Но одно дело сказать не надо, другое дело осудить. Вы, наверное, видите разницу. Но мы, допустим, не можем поддерживать, если кто-то проповедует, что нельзя есть мясо. Но я никогда не буду этого проповедовать, потому что в Библии написано, что можно. И другие вещи, которые, может быть, шли вразрез с Ветхим Заветом, в отношении пищи, то на сегодняшнее время написано, освящается Словом Божиим молитвы. И все. Но если кто-то считает по-другому в этом вопросе, то я его осуждать не могу. Я просто могу быть с ним не согласен. Если он меня будет спрашивать, я ему скажу, что надо вот так. Но принять какие-то меры к нему и сказать, что ты вообще с Богом счастья не имеешь, я же не могу. Если бы он не имел счастья с Богом, то, скорее всего, наверное, ел бы все подряд. Но если он себя ограничивает в том, что всем можно, а мне нельзя, так что он старается угодить Богу. И Бог говорит, что вы видите себя правильно в этом отношении. Не осуждайте. Хотя, еще раз повторяю, не осуждайте, это не значит, что соглашайтесь и не говорите. Это две разные вещи. Но если мы уже, допустим, сами в себе что-то обсудили и вынесли приговор, то нас уже осудили. Говорит, суждение и осуждение близки очень. Но это не одно и то же. И рассуждать мы должны, а осуждать не имеем права. Кто ты, осуждающий чужого раба? Вот одна из причин. Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Вот один из аргументов, который апостол Павел проводит для того, чтобы не осуждали один другого, потому что мы не рабы друг другу, а один, другой и третий рабы Господа. Если, конечно, мы рабы, потому что есть люди, которые открыто воюют с Богом, то уже их не назовешь рабами. Но даже среди рабов, которые служат Богу, могут быть разногласия и могут быть разномыслия. И Господь здесь говорит, чтобы вот тут не было духа осуждения. Дух осуждения – это не Дух Божий. Это не Дух Божий. Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня, а другой судит, а всяком не равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Вот этот различатни и неразличатни. Вы знаете, у нас сегодня тоже это вопрос. Это вопрос. Ну, когда все-таки правильно праздновать Рождество? 25-го или 7-го? А кто сегодня точно посчитает, когда? Для нас сегодня самое главное, что мы празднуем, что мы хотим отметить этот день по-особому. Мы хотим в этот день как-то по-особому к Богу приблизиться. И я не знаю ни одного случая, когда Бог за то, что не в тот день праздновали, не принял нашего праздника. В Ветхом Завете там было немножко построже. Конкретно, если в другой день, то там принесли жертву, или надо было особое разрешение спрашивать. А в сегодняшний день, кто сегодня сумеет посчитать так, как надо? Ну, между тем, сегодня, правда, я благодарю Бога, что между нас нет споров, но, тем не менее, все-таки одни придерживаются одного, а другие другое, значит, не безразлично. Если бы мы сегодня сказали, а нам безразлично, то сам факт о том, что одни придерживаются одного дня, другие другого, говорят о том, что не безразлично. Могут быть другие аргументы. Может быть, мы на кого-то обращаем внимание, чтобы соблазна не дать. И они могут быть. Но как бы мы ни говорили, не безразлично. И вот здесь Священное Писание говорит, иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Слушайте дальше, что интересно, апостол Павел пишет. Кто различает дни, для Господа различает.
И кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Понимаете, говорит, за что будете осуждать, если этот человек, я начну с пищи. Потому что пища всегда была предметом обсуждения, и всегда она имела важную часть нашей жизни. И Господь, о чем Павел говорит, или Господь через Павла говорит, если он не ест чего-то, то он же говорит, Господи, благодарю Тебя, что я не ем этого мяса, что Ты мне открыл, что не надо есть. Слава Тебе, Господи! А другой говорит, Господи, слава Тебе, что Ты открыл мне, что можно есть. Он говорит, так за что будет друг друга осуждать, когда вы благодарите Бога? Если бы вы его не благодарили, это был бы совсем другой подход. Сказали бы, вот это стали делать и перестали благодарить. А вы помните, однажды Павел тоже сказал такую истину. Мы не можем ее придерживаться с некоторой точки зрения, но с другой точки зрения, с той, с которой Павел рассматривал. Вы помните, что он сказал? Кажется, послание к филиппийцам, то, что не помню, это как раз вот пришло на сердце и на разум. Он сказал так. И кто бы как ни проповедовал Христа, притворно или искренно, я и тому радовался, и радоваться буду, они проповедуют Христа. Хотя он говорил так, некоторые проповедуют имя Господне, чтобы увеличить тяжесть уз моих. Что это значило? Они говорили, Павла обвиняли в том, что он ересь несет. И они проповедовали с той целью, чтобы на Павла еще больше шишек посыпалось. Чтобы сказать, смотри, научил того и другого. Но говорит, для меня разницы нет. Пусть уже Бог разбирается, как он проповедует. Хотя сегодня нам взят за основание проповедовать лишь бы как, не обращая внимания на мотивы, нам это не подходит. А вообще с этой точки зрения, говорит, как бы ни проповедовали, притворно или искренно, но я радовался и радоваться буду, потому что все-таки они проповедуют Христа. Может быть, с некоторой точки зрения и не совсем такие простые размышления сегодня, потому что можно сказать, ну тогда, раз так, зачем нам тогда вникать в слово, зачем тогда разбираться, если Богу все равно. Богу не все равно. Но он обращает внимание на то, что кто-то не различает. Вы же хорошо понимаете, что есть некоторые вопросы, когда люди могут быть верующими десятилетиями, и не понимают вопросы. И они не просто не хотят исполнять, не понимают. И дальше я это отражу. Здесь написано. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем? Всегда Господни. И здесь заложен, ну, довольно-таки просторный смысл для нас на сегодняшний день. Здесь Господь говорит вот о чем. Вот все люди, которые понимают или не понимают, они нужны Господу. Для того, чтобы... Но если один человек не понимает, то для того, чтобы на его фоне кто-то вырисовался как лидер понимающий, должны быть такие люди. Если бы сегодня у нас все были одинаковые, надо было бы выбирать пастора или нет? Да любого стал и пошел. А что за проблема? Столько братьев. И не сказать, что они не годятся никуда. Потому что если Бог призвал, если Бог посвятил, Он дал каждому место, и каждый должен заниматься своей работой. Но если Господь назвал церковь телом своим, а нас членами, то все же не могут быть головой, все не могут быть носом, все не могут быть рукой. Иначе это будет не тело. И потому Господь так распределил. А чтобы действительно это было видно, говорит, один понимает, а другой не понимает. Один ест, а другой не ест. Один делает, а другой не делает. И говорит, и все вы нужны мне. Ну, хотя бы посмотреть на нас, как мы будем осуждать или не будем. Вот придет такой человек, хоть ты ему что хочешь рассказывай, не понимаю и все. Вы, наверное, помните, я не раз говорил, один из разборов, он мне очень хорошо запомнился.
Я просто повторюсь на эту тему. Один раз объяснял что-то, потом второй раз, потом третий раз. Брат опять упадет. Ну теперь ты понял? Не понял. Я опять объясняю. Ну теперь понял. Ну вы поняли? Поняли. Ты понял? Не понял. И один брат сидит, мне шепчет на ухо: Коля, перестань. У него, говорит, короткое замыкание, ты ему все равно не объяснишь. Замкнул на коротко, и все, ты ему не объяснишь. И потому, вот почему написано, кто различает дни, для Господа различает. И кто не различает дни, для Господа не различает. Скажите, если надо, допустим, Господу какую-то проверку произвести, одного другим проверить. Как можно проверить? Конечно, на различном уровне находимся. По-различному понимаем. По-различному объясняем. И вот тогда, когда у нас есть несогласие, вот идет проверка. Как мы это спокойно делаем? Не ссорясь доказываем? Или уже вскипает что-то внутри? Если бы мы все были одинаковые и духовного возраста, и понимание, и мнение, то я не знаю, как тогда Богу было проверять. И где фон найти? Вы помните, я напомню, мы еще, наверное, будем читать это послание, послание к Коринфянам, где апостол Павел говорил: надлежит между вами быть и разномыслием. Для чего? Чтобы открылись между вами искусные. А если бы не было разномыслий, как могли открыться искусственно, не искусственное, как часто говорят? Не те, которые искусственно, а люди, специалисты своего рода, которые могут показать, доказать аргументированно. И как их найти? Именно через действие Божие, через разный уровень, чтобы поставить каждого на свое место. Вы представьте себе, что наши члены тела поменяли свое место в нашем теле. Что было бы? Уроды, правда? На затылке вырос нос, где-то там на щеке глаз. Ну, у нас у каждого есть свое место, и мы не уроды. И потом и в церкви еще люди, или члены тела, не находятся на должном месте, на должном уровне, на своем месте. Это будет уродство своего рода. Поэтому Библия здесь и говорит, что не осуждайте, потому что все эти люди, они нужны Богу. И без них ему невозможно работать. И даже те, которые зло делают, я уже выхожу с этого текста. Для того, чтобы шлифовать тех, которые стремятся к Богу. Кто нам больше всего проблем доставляет? Мир? Нет. Мы с миром контактируем. И только где-то на работу. Где-то в автобусе, где-то еще где-то. Основные проблемы для нас мы же созидаем сами. Основная проверка нашего духовного состояния идет через нас же самих. Потому что мы живем в одной семье. И говорят, и вы часто, наверное, слышали. Ну, говорит, ну, если бы то из мира сказал человек, я бы это что-то проглотил, бы не обратил внимания. Ну, это же сказал и называем. Ну, как он мог это сделать? И вот тут вот начинает кипеть сразу. Ну как он мог такое сделать? Мог? Сделал. Мог. И все это надо. Я еще повторяю, я уже вышел с этой темы. Здесь речь идет о том, что не является грехом перед Богом, а является лишь, может быть, нашим мнением, ничего не отнимающим и ничего не прибавляющим. Я уже взял то, что Бог вообще не хочет видеть. Но и то, и другое Бог использует для того, чтобы мы стали совершенными, чтобы мы научились молиться, чтобы мы научились действительно прощать, умещать друг друга, не судить друг друга, а просто прийти и сказать Господу: не нравится мне, но без суда, но поменяй. Но не судить. Ибо никто из нас не живет для себя. Это авторитетное заявление Павла. И даже те, которые, будучи верующими, живут для себя, то в конце концов и они не живут для себя. Потому что Бог наблюдает за теми,
кто стремится к чистому, к святому, и смотрит, как у него это искушение рядом сидящего брата переносит, становится на его сторону или твердо укоренен в Слове Божьем. Ему нужны такие. Бог не хочет, чтобы такие плотские христиане были. Но если они есть, Бог их использует для этого. Вы помните, Господь однажды негде говорил о народах языческих? Я, говорит, оставил их, чтобы они были черным для вас. Помните? Они, правда, сами были виноваты. Вот что я подчеркиваю. Но Господь сказал, они будут жить с вами, раз вы их оставили. Они будут для вас черным, для ваших глаз. Они будут для вас, как мы сегодня говорим, распилем, который будет постоянно чистить. Они вам не дадут жить спокойно и свободно. И через это вы, если захотите жить вечной жизнью, то будете настолько усовершенствоваться, настолько будете расти духовным возрастом. Вы просто-напросто их сможете умещать. Где надо, будете их игнорировать. Где надо, не будете обращать внимания. Если захотите жить в святой вечности. Если нет, они вас быстро положат на лопатки. Вот эти люди, которые живут рядом с вами. Потому, как бы мы ни говорили, вот это Слово Божие, которое здесь написано. Ибо говорит, живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. Не так, живы мы или мертвые, но мы Господу принадлежим. И правильно, если вы даже возьмете вот тех людей, которые жили во грехе, которые гнали церковь, в конце концов, прошло 30-40 лет, и когда тещемни посетил Бог, когда они стали спрашивать, за что у нас в семье вот такое пошло проклятие, поэтому род вымирает, говорят, а помните, как вы церкви рушили? А помните, это же гнев Божий пришел, тогда, о уже Господи, заявили где-то высокопоставленным, что будем молиться, что Бог Христа творит, не надо, не надо, не надо, сделаем, не надо. Только не надо. С одной стороны, люди очень такие бывают жесткие, самонадеянные, противники. Но для многих из них, а как только идет заявление о том, что буду молиться, чтобы Бог вам посчитался, говорит, не надо. Потому что они видели в своей практике, и Бог этих людей жестоких использовал, наказал впоследствии для того, чтобы другие боялись. Богу нужны все люди. Поэтому я нисколько не сомневаюсь, что на сегодняшний день, как бы мы сегодня сюда не вели, вернее, себя не вели, какие бы мы сегодня не были, то в силу нашего положения Бог будет нас использовать. Другое дело, нам это будет пользу или нет, это другой вопрос. Но Богу вы вреда никакого не сделаете, только себе. Церкви никакого вреда, только себе. Но Бог использует. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем. Умираем ли, для Господа умираем. И потому, живем ли или умираем, всегда Господни. Потому что вот все то, что делается. Если мы живем, угодно Господу, чтобы мы жили. Если мы умираем, угодно Господу, чтобы мы умерли. Вы, наверное, с этим согласны? Потому что без воли Божией и волос с головы не упадет. Без воли Божией никто не прикоснется к нам. Тем более, прервать жизнь никто не имеет права. Это все делает Господь. И что Он не делает, мы, может быть, не понимаем, почему это Господу угодно. Это уже другой вопрос. И, наверное, при всем нашем желании, мы никогда не будем знать на все 100%, зачем Господь сделал то или другое. Потому что есть видимый уровень, который мы все видим, и есть невидимые. И невидимые Божьи планы, которые Он только знает, они гораздо более обширные, чем сегодня то, что мы видим, и мы понимаем. И что Господь открывает нашему разуму. Это только верхушка айсберга, то, что мы знаем. И поэтому мы должны хорошо понимать и не осуждать, не судить, потому что Господь здесь так сказал. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. В некоторой мере мы понимаем это,
Глубоко, может быть, не совсем знаем, но я думаю, что мы вообще согласны, что Он владычествует и над живыми, и над мертвыми. И независимо от того, верующие или неверующие. Я думаю, если бы Господь не владычествовал, то дьявол всех своих пленников, этих духов нечистых, а наши духи человеческие, если они умерли без Христа, они нечистые, он не сам не был бы заключен в аду, и этих пленников не держал бы, он бы их сделал бы своими рабами. Но Бог сказал, все, прожил, повродил на земле, а теперь отправляйся будешь вот тут. Сегодня кто побывал в аду, они свидетельствуют, как они просятся хотя бы на одно мгновение дать свободу, и нету. Господь сказал, все, в вечности ничего поменять нельзя. И он владычествует. И дьявол ничего не может. Это царь мертвых называется. Или первенец мертвых ничего сделать не может. Или первенец греха, Библия его называет. Он находится под контролем. И может делать только то, что люди допускают делать ему. Что люди ему разрешили делать. Если бы они не разрешили, но, может быть, сегодня кто-то и не хотел бы делать то, что делает. Но уже иногда поздно бывает, уже нужно много молитвы. Но был однажды момент, когда эти люди разрешили дьяволу иметь часть в их сердце. Из этого началось все. Потому когда Библия говорит, что он владычествует и над живыми, и над мертвыми, то мы понимаем, в чем сущность именно вот этого выражения Священного Писания. Ибо написано, у Господа все живы. И одним Господь, вообще-то Господь всем предложил спасение. И Господь умер за грехи всего мира. Но только просто речь идет о том, что не все люди это спасение приняли верой, не все захотели его иметь. Но он владычествует над всеми. И вы знаете, что написано, что будет первое воскрешение, и будет какое воскрешение, и будет второе воскрешение. Вы думаете, вот эти люди, если бы Господь не был владыкой, в том числе и над дьяволом, они захотели бы иметь новое тело, чтобы гореть всю вечность в гиене огненной? Никогда. Но все дело заключается в том, что Господь владычествует и над живыми, и над мертвыми. И вы помните, что Господь дал нам обещание, что воскресит и наши смертные тела Духом Своим, живущим в нас. Я немножко чуть-чуть другую тему затрону. Когда говорят, что, если не крещен Духом Святым, и Дух Святой не живет, ставят такой вопрос, то тогда как ты так учишь, как тогда они воскрешены будут? Потому что Дух Святой то не жил вниз? Нет. Вы знаете, друзья, там речь идет не об этом. Я уже попутно захватываю. Вы, наверное, знаете все, что дьявол никого воскрешать не будет. Он никого не может воскресить. В нем нет жизни. Но, наверное, знаете и то, что все грешники на этот страшный суд Великого Белого Престола, они будут воскрешены тоже. Так написано. Кем они будут воскрешены? Это может делать только Дух Святой. Но получит тело для наказания. Дьявол не может воскрешать. Поэтому речь идет о том, что вы не просто акцент на том, что жил или не жил вас. Но вот вы его знаете. Он жил в вас. И им это духом будут и воскрешены все люди. Я специально этот вопрос затронул, потому что в некоторых случаях, когда речь идет о том, когда Дух Святой живет, то такое претензию предъявляют к учению. Но как же так? Тогда как они будут, если не жил в них Дух Святой, а написано Духом Святым, живущим в вас? Тогда я ставлю вопрос, а как те будут поднять, которые вообще Духа Святого не знали? А дьявол-то не воскрешает? Вы поняли меня, о чем я говорю? Просто хорошенько дома почитайте. Вот именно в этом втором событии, когда будут воскрешены все грешники, поставлены пред лицом Божиим, получат тоже новые тела для того, чтобы гореть во мне. Дьявол никогда, еще раз повторяю, не воскрешал и не воскрешит. Он губитель. Он не может этого делать. У него нет этой власти и нет этой силы. Он не соберет эти молекулы грешников, а Бог соберет все. Поставит и
поставить свою печать. Поэтому я на это сегодня обращаю внимание. И 10 стих читаю дальше. «А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты, что унижаешь брата твоего?» Вот ставится вопрос. По какой причине? Почему ты это делаешь? «А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего?» И вот стоит одно выражение Господа, Священное Писание. «Все мы предстанем на суд Христов». Вы понимаете, что здесь Господь говорит? Вот ты унижаешь, вот ты осуждаешь, но ты не знаешь, какую меру эту надо делать. В свое время я все равно буду судить. Зачем твой суд? Ведь на сегодняшний день твоя обязанность привести человека к спасению, открыть ему истину. Это не значит, что надо потакать. Это не значит, что надо закрывать глаза на что-то. Но можно говорить, указывать на грех, обличать и не судить. Вот это нам трудно. Может, когда вот так вот накипит вот тут, когда уже внутри себя, эх, если б я мог, я тебя разорвал бы. Мы тогда идем обличать. Но в таком случае, когда мы вот так обличаем, это обличение не будет иметь силу. Оно сделано не в том духе. Родители тоже часто наказывают детей. И на детей это не влияет в положительную сторону. Они больше ожесточаются. Почему? Потому что начинают наказывать тогда, когда они выведут их из себя. А это уже не тот дух. Вы понимаете все, и не раз испытывали, что вот эти дух, духовный мир, независимо от того, как он себя проявляет. Но когда мы находимся в присутствии его, то он обязательно влияет на нас. Вот приходит один человек, вас сразу радость раскована. Приходит другой, вы сразу сжимаетесь, правда? Потому что знаете, от этого человека можно ожидать что угодно. Влияние есть. То же самое и вот по этому поводу, которым я сегодня говорю. Когда это делается в духе любви, оно будет иметь последствия положительные. Если даже мы используем Слово Божие, но не в духе любви, а в другой дух. Дух, допустим, ревности, зависти, раздражения. Он не принесет пользы. Ни проповедь, ни действие, ни работа. Потому что здесь апостол Павел и говорит об этом осуждении. Зачем тебе судить, когда я все равно буду судить? Если ты судил сегодня так, а я в вечности буду судить по-другому, то я же тебе скажу, ты еще один грех делал. Ты не только судил, когда я сказал тебе, не суди. Да ты что, неправильно судил? Это второй грех. И говорит, все равно же я буду судить. Потому здесь вот очень ясно и хорошо, это все расшифровано. Всем представим на суд Христов. Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено. И всякий язык будет исповедовать Бога. Он не сказал, что перед нами кто-то преклонится. Он не сказал, что перед какими большими правителями кто-то преклонится. Он сказал, передо мной преклонится всякое колено. Вот почему Господь вот так внимателен к нашим поступкам, к нашим делам, к нашим мыслям, к нашим словам. Чтобы видеть, чем они наполнены. Но здесь уже речь идет не столько о словах, которые мы говорим, а о мотивах или о том духе, который стоит за этими словами. Потому что можно одну ту же самую фразу сказать, и в одном случае это будет просто констатация факта, в другом случае это будет осуждение. Вы согласны с этим? И это видно по тону, это видно по глазам, это видно по поведению. Это видно, ну, по многим признакам, которым мы сегодня пользуемся, определяя отношение человека. Поэтому, если Господь сегодня вот это дал нам, мне очень хотелось бы, чтобы мы это приняли во внимание. Да и вторая причина, она, когда мы хотим вопрос исследовать более глубоко, мы не можем основаться на одном месте Писания.
И, наверное, я сегодня частично ответил на этот вопрос, который или немножко расшифровал вот то, что я теперь скажу. Не судите, да, не судим. И будете, когда судим. А Бог сказал, не суди. То что, буду я судим, и когда то делаю или нет? Буду. Второй аргумент. Могу я знать полноту, меру наказания? Не могу. Потому что я вижу поступок, но я не могу мотивов знать. Я не могу много чего знать. Это будет вторая моя ошибка. Что я не могу полную меру дать то, что надо. Или переберу, или не доберу. Поэтому Господь здесь напомнил. Не судите, не будете судимы. Первый аргумент, чего это нельзя делать, уже написано, как ты поступал, так будет поступлено и с тобою. Вторые два, я только что говорил, почему. Получается, три момента, на которые надо обратить внимание, чтобы не делать этого греха. Может быть, кто-то еще видит больше, но я вижу просто вот эти основные. Вот то, что на поверхности лежит. И я хотел бы, чтобы мы на это обратили особое внимание. Ибо написано, «Живу я, — говорит Господь, — предо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу». Вот на этом тексте Писания, наверное, тоже надо немножко остановиться. В связи с чем? Что мы, если не проповедуем полное учение, если вообще не проповедуем Евангелие, у Бога есть цель – спасти людей. И если Бог предназначил нам, им засвидетельствовать о Боге, а мы этого не сделали, то мы несем ответственность за Него. Но, потому что мы виноваты, Он не покаялся, Бог ему не даст спасения. Он все равно погибнет. Но будем нести ответственность за что? За то, что мы не сказали Ему. А то, что он погибет, он за свой грех погибнет. Не мы же виноваты, что он погиб, а виноваты в том, что не сказали. Это косвенная вина. Вы понимаете меня, о чем я веду речь? И даже в этом случае он будет отвечать за себя, а я буду отвечать за себя. Но не за него, потому что я не один на свете. Ему еще не один раз говорили люди другие, но он не послушал, он проигнорировал это. А вот за то, что я не сказал, я буду отвечать. Вы помните, мы тоже рассуждали над этим текстом Писания из послания к Римлянам, когда первые главы проходили, а говорят, те, которые не имея закона согрешили, вне закона и погибнут. А которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что, в принципе, как говорит рассуждение апостол Павел, никто не может иметь оправдания, если даже ему никто не говорил. А говорит, невидимое его, вечная сила и божество через рассматривание творения видимы, так что они безответны. А уже мы усугубляем свою вину. Если к тому, вот, что Бог говорит человеку через природу, через действие, мы не добавили прямого слова, которое Господь повелел нам сделать. И потому, как бы мы ни говорили, сегодня часто говорят, а как те туземцы, а как те, которые никогда в цивилизованном мире не жили, как их Бог может судить, оказывается, говорят, через рассматривание творения видимы. Если бы они захотели, Бог открылся бы им. И мы знаем такие случаи, когда люди, где-то находясь вдалеке от людей, находясь вне информации, они обращались к Богу, потому что когда начинали об этом думать, начинали так, как умели молиться, Бог приходил и говорил. Мы почему-то считаем, что Бог может спасать только через людей. Если люди не говорили, даже он и не виноваты. Оказывается, Бог-то может и сам лично это делать. Я, допустим, мог бы приводить примеры конкретные, мог бы говорить о том, что Бог конкретно сам делал. И потом апостола Павла, не апостолы переубедили, правда? Я, говорит, призванный не человеками и не через человека. Это, наверное, один из таких малочисленных, кого Господь напрямую призвал.
Говорит, не человеками и не через человека, а лишь самим Господом Иисусом Христом. Я мог проводить примеры конкретные, но я думаю, что они для многих будут из области фантазии, просто не хочу занимать вашего времени. Хотя я знаю конкретные примеры, когда Бог лично являлся высокопоставленным людям, которые занимали в ЦК, КПСС, такие высокие посты в то время. Знаете, это была организация такая, говорили так. Если по линии профсоюза какое-то пошло дело, то еще можно найти концы. Как только попало в ЦК, все, считайте, пропало. Никто вам не скажет, куда дошло, никто не скажет, куда делать. Кануло бы, если оно нету. И тем не менее, Бог вот именно приходил и к таким людям. И они после говорили, мы не можем быть открыты, нас сразу, говорит, попросят. Но, говорит, если бы вы знали, сколько мы жалоб отправили в урну, и вас не трогали. Писали, доносили, мы их брали и сжигали, и никто не знает. Ну, то же ЦК КПСС. Попала жалоба, и никто не знает, куда она делась, эта жалоба, если в их руки попадала. И поэтому я просто о чем сейчас вам не говорю. Я говорю о том, что мы наблюдаем за собой и будем давать отчет. Не за кого-то, а сами за себя. Но мы можем усугубить свою вину, если кому-то не сказали того, что надо говорить. И пастора тоже, очень многие, епископа тоже. Если не проповедовали, а полное учение, как надо. А в угоду людям что-то скрывали, что-то сглаживали. И будут такие люди, которые их послушают, и придется отвечать за то. Когда человек слушает и не принимает, он будет отвечать. Но если я не говорю, я буду отвечать. Он погибнет за свое, еще раз повторяю. А я буду отвечать за свое, потому что я знал и не говорил. Потому что знал, какая будет реакция. Знал, как люди будут реагировать. И мы вообще-то прекрасно понимаем на сегодняшний день. Поэтому пусть нам Господь поможет, чтобы мы вот запомнили то, что в этой 14 главе заложено. Это вот такие вопросы, с одной стороны, может быть, не совсем важные, но для нашей духовной жизни мы на этом очень много делаем вреда себе и грешим много. И притом даже каяться не собираемся, потому что считаем, что мы поступаем правильно. И это основная проблема, это основной минус в нашей работе. Не станем же более судить друг друга. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Сегодня дело доходит до того, когда в некоторых сферах нашей жизни говорят, это же соблазн, говорят, а ты не соблазняйся. А кто тебя заставляет соблазняться? Потому что человек не думает, что он служит соблазном. Он обращает внимание не на себя, а на другого. А что тебе соблазняться? Не соблазняйся. А между тем Библия на этом вопросе. Я думаю, что я в свое время немножко пройду. Я возьму вопрос соблазна. И постараюсь его взять, как, может быть, я немножко задержу ваше внимание. Но это довольно интересный вопрос, если взяться за него глубоко. Искушение, соблазн, вот эти линии все, вот эти процессы, которые происходят, это очень такая важная тема. Я думаю, сегодня я не буду ее раскрывать, но мы не один раз будем соприкасаться с этой темой. Ее придется говорить более подробно. Почему это так? Для чего это так? Почему Богу не безразлично? Почему Бог сказал? Он же не сказал, а вы не соблазняете. Но сказал, ну если кто соблазнит одного из малых, то что будет? Он не сказал, а что он соблазнялся? А вы не соблазнялся. Ты на своем месте, а ты на своем месте. Вы оба были грешниками. Ты соблазнял, а ты соблазнился. И это вопрос не простой такой. Это вопрос вот такого характера, но довольно сложного, и о нем надо говорить подробно. Но я сегодня беру только 13 стих. Не станем уже более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая преткновению или соблазну. Это очень важный вопрос. Вы можете сказать, что
на Иисусе Христе тоже соблазнялись. Вы знаете, что так было? Говорит, когда увидели в нем мудрость, увидели в нем силы необыкновенные, то говорили, помните, как говорили? Не Иосифом ли это сын? Не его ли мать называется Мария? Не его ли братья и сестры находятся между нами? Откуда же у него такая премудрость и сила? И соблазнялись. Но все дело в том, что соблазнялись, потому что сами находились во тьме. Но в нем не было соблазна. Вот в чем проблема стоит. Соблазняться люди могут и на святости. Особенно, когда у них есть претензии к вам. Вас будут называть лицемерами. Когда вы подойдете поговорить по душам, то скажут, что вы к ним подлизываете, вы что-то хотите от них. И никогда не уходите таким людям, потому что написано, и ум осквернен, и совесть осквернена. У них все нечисто. Но вся проблема стоит у нас самих, чтобы нам действительно не иметь этого соблазна. А то, что будут соблазняться, будут. Но стоит вопрос, ты виноват в том, что соблазнились, или не виноват? Вот проблема в чем стоит. И потому, если на Иисусе Христе соблазнялись, то у нас, наверное, в самом деле есть кое-что, на чем можно соблазниться. А люди могут соблазняться ни на чем. Могут соблазняться на том, что нету соблазна. И будут соблазняться, что нету соблазна. А то ненормально, такого не может быть. Так нельзя жить. А то лицемерие. И будут соблазняться. Но вопрос стоит в том, чтобы у нас не было соблазна. Потому Павел вот по этому поводу довольно немало говорит, чтобы как бы не подавать брату случай к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. И вот этот вопрос говорит как? Уже если у тебя есть сомнения, то нечисто, не делай этого, то не поверь. Я там дальше буду читать где-то. И каждый поступай по удостоверению своего ума, иначе ты будешь мучиться. Но я опять дополняю вот мои слова, чтобы вы не поняли меня неправильно. Речь не идет о фундаментальных вопросах. Речь идет о тех вопросах, которые не прибавляют святости и не отнимают. Конечно, если сегодня кто-то начнет пьянствовать и будет доказывать, что это немощь веры, то это же не пища. Алкоголь же не пища, это наркотик. Или курить начнет. Но это же не пища. Это не второстепенный вопрос, на который мы не обращаем внимания. Хотя судить за это не будешь, будешь молиться. Если надо, примешь меры по слову, уже так написано. Пьяницы, блудники, непотребства различные, принимайте меры. Но в сердце не должно быть осуждения, в сердце не должно быть зла. Вы, наверное, отметили вот одну деталь из того, что я говорю. В общем-то, вот осуждение зависит от нашего сердца. Даже не от мер, которые мы принимаем по слову, а от сердца нашего. Как мы это делаем? Со злом или с сожалением? Но Слово Божие требует. Разница есть? Есть разница. Одно дело, когда принимаем меры, потому что Библия требует их принять. Но делаем это с сожалением. Другое дело, когда с радостью. Можно одно и то же самое дело сделать, но Бог его будет рассматривать совсем по-разному, не одинаково. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы мы вот на эти истины обратили особое внимание. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. И если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищей того, за кого Христос умер. И здесь наблюдается такое явление, которое в жизни, если не понимать этих вещей, можно назвать лицемерием. Это настолько вот оно похоже. Если кто-то не ест мясо,
то я в его присутствии, чтобы не соблазнять его, я тоже не буду им есть мясо. Почему? По той простой причине. В его понятии это сложилось так. Но как он, по такой проповедник, и мясо ест? Значит, его проповеди не то, что надо. Ну, не может такого быть, чтобы было что-то от Бога, он мясо ест. Тогда я для того, чтобы не посеять ему соблазна, и я тоже не буду есть мясо, что он принял слово, которое я буду говорить. А если он принят слово, то он после посмотрит, прочитает и найдет, что мясо есть можно. А так он вообще ничего не примет. А дома я буду есть мясо. И вроде лицемеру. Но это ради немощи. Для того, чтобы соблазня. Говорит, не губи твоей пищей того, за кого Христос умер. Ты его же имеешь веру. Имей ее сам себе перед Богом. Но когда ты можешь воздержаться, когда ты можешь вести себя так, чтобы не разрывать отношения с этим человеком, то сделай так. Не безразлично тебе, если ты беседуешь с субботствующим, которые не едят свинины. Вот специально назло ему взять кусок сала и не надо. Иначе он отвернется от тебя, не станет с тобой говорить. Вот почему Павел говорил. Помните это выражение Священного Писания? Язычник был как язычник, с иудеями как иудей, с чуждыми закона как чужды закона, но не чужды закона перед Богом. Правда, это наши братья поняли по-своему. Однажды поехали на евангелизацию, ну, и выпили немножко, потанцевали. Ну, как же, говорят, потому что написано, будешь неверующим, как неверующий, рабожди, дорогой. Ты уже немножко не туда залез. Апостол Павел не вел себя так. Но он на должном уровне с ними разговаривал. Он мог разговаривать запросто с простым человеком. И мог на высоком уровне вести диалог с образованным человеком. И он никогда не ставил себя, когда говорил с простым человеком, с язычником, что я гораздо выше тебя, я образование больше имею. Он на этом уровне говорил. Но он никогда не стал бы колоться вместе с наркоманами, никогда не стал бы пить вместе с пьяницами, никогда не пошел бы с блудниками заодно. Для чего? Чтобы евангелизировать их. А что ж ты будешь евангелизировать, когда ты живешь так, как они живут? Ну, что за евангелизация? Мы понимаем одно. Когда мы имеем общение с неверующими людьми, то мы же не хотим стать такими, как они, но мы хотим, чтобы они стали такими, как мы. Если что-то переставить с ног на голову, ну тогда зачем нужна, какая евангелизация нужна? Кому она нужна, такая евангелизация? Поэтому, хотя я понимаю, что вот эти люди делали не потому, что не понимали этих вещей. Они просто сами хотели попробовать этого. Вот это была основная причина. Это была основная причина. Вы, наверное, наблюдаете за людьми. Я за ними тоже часто наблюдаю. Я с ними сталкиваюсь. Я тут не назову немощью веры. Когда люди хорошо понимают, как себя вести надо. Как одеваться, с кем можно ходить, можно ли там где-то за углом целоваться. Но они раз за разом такие вопросы задают. Это не для того, чтобы узнать истину, а чтобы втянуть дискуссию, попытаться переубедить. Может, ты через пару лет другое скажешь. И тем не менее, поставивши вопросы, получивши ответ, они продолжают жить так, как жили до этого. Потому что с ними получается как? Говорит, ой, он льстит в глазах своих себе, что отыскивает беззаконие, чтобы возненавидеть его. Но слова уст его – неправда и лукавство. Он не хочет вразумиться, чтобы делать добро. Вы помните это место из Священного Писания? И здесь уже не немощь веры. Это не немощь. Это уже как танк напролом. Что хочу вот так. Я так понимаю. Иначе их требуют дисциплины. Они уйдут туда, в те церкви, где им разрешают много. И говорят, а нам пастор наш разрешает. Потому что это не непонимание. Есть конкретные вещи, которые не надо толковать. Которые очень прямо о себе заявляют.
Вот то, что, допустим, что я сегодня говорю, может, немножко надо было поговорить на эту тему. А есть прямое. Люди ищут оправдания, задают сотни вопросов и продолжают жить по-старому. Они просто обманывают сами себя. Себя убеждают, что они ищут правды, совесть успокаивают. Ну, а когда получают ответы, они от них, как правило, отказываются. И ждут того брата, который им скажет то, что хочется. Поэтому здесь вот эти две вещи путать не надо. А немощь веры, это есть немощь веры. И если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищи того, за кого Христос умер. Да не холится ваше доброе. Я просто очень прошу обратить внимание на этот короткий 10 стих. Вот столько вот мы рассуждали времени, почему так делать нельзя. А вот этот стих как бы раскрывает саму сущность наших рассуждений. Да не хулится ваше доброе. Через такой вот неправильный поступок. То есть здесь эти люди, которые уверены, что надо жить именно так, как они понимают, в вопросах второстепенных. Вы начнете их переубеждать и делать назло. Вы потеряете на них всякое влияние. Они вас не станут слушать и не примут ничего. И будет так, как написано. Не губите своей пищей того, за кого Христос умер. Оказывается, мы-то думаем, что за них Христос не умер. Оказывается, Он умер и за них. Для нас это сложно. И в жизни практической. Для нас трудновато вот так себя вести, так понимать и так жить. Но тем не менее, мы не можем проигнорировать вот эти предупреждения Слова Божия. И самое главное, да не хулится ваше доброе. Они вашего доброго не возьмут после этого. Мы люди очень странные. Мы вопросы второстепенные очень часто ставим на такую высоту и такую видим в них святость, что забываем гораздо более глубокое. И это наша беда, это наша проблема. Наверное, потому, что вот эти второстепенные вопросы, может быть, и я не уверен на 100%, может быть, они легко выполняются в силу наших привычек. Нам очень трудно от них отказаться. Но, тем не менее, вот на этот вопрос стоит обращать серьезное внимание, чтобы не хулилось доброе. Видите, вот как Господь здесь говорит? Он не говорит нам, что оно будет ими, так сказать, пренебрегаться. Они просто не примут. Они будут хулить ваши добрые. Смотрите, я приведу такой пример, который не будет связан со второстепенными вопросами, будет связан с фундаментальными. За то, что среди пятидесятников, среди сосудов попадали люди в глубокие заблуждения. И Христа встречать выходили в белых одеждах, и пророчества были те, которые никуда их не положат. Смотрите, как сегодня вот теми людьми, в частности баптистами, хулится имя Божие через это. Это же делало не евангельское учение, это же делало поведение людей и их жизнь. И вот эти духовные дары, которые сегодня так необходимы церкви. Они же за эти отклонения, они сегодня в поношении. Я думаю, что вот этот пример, ну, очень ярко иллюстрирует то, что я хотел сказать вот здесь. Да не хулится ваше доброе. Действительно, очень часто из таких вот второстепенных вопросов, в которых мы бываем, сами не знаем, за что боремся. Люди не могут принять и то, что мы им даем, что не является второстепенным, что является важным, фундаментальным. Не принимают им все. Потому что у вас вот такое, у вас вот такое, у вас вот такое. Поэтому нам просто надо жить так. Лучше сказать, стараться жить так, чтобы не давать никакого повода. Ни языком, ни действием, ни другими своими, так сказать, жизненными поступками. Потому что через это хулится доброе. Сколько сегодня людей просто не хотят идти в церковь через то, что часто соблазнились на верующих людях. И там было основание соблазняться. Они не идут. И вот это доброе Евангелие они не принимают, не хотят принимать.
Когда-то, помню, в одном из городов этот брат покаялся. Еще живет, это уже пожилой брат. Но его жизнь в свое время была очень такая нехорошая. И когда однажды кто-то, кто знал его по работе, пришел в церковь, увидел, сказал, все, если этот человек тут верующий, то мне сюда, мне здесь нечего делать. Это неправда. Так не надо было говорить, потому что он был неверующим в то время. Но тем не менее, и тот неверующий был, то этот уже хоть верующий. Но когда он пришел и увидел его, сказал, все, я в такую церковь не пойду, где такие люди? Хотя он совсем другой человек был. А если мы так поступаем где-то, тогда что людям говорить? Тогда они говорят и... Во-первых, конечно, я всегда говорю, мы не зовем людей к нам, мы зовем людей к Богу. И всегда говорю, что у нас, как у людей, может быть отклонение различного рода. И дьявол на верующих людей, он больше имеет зуб, чем на неверующих. Там они его, он просто мучает их, да и все. На верующих подорвать авторитет надо. Это не оправдание, не пойду, потому что он там. Но я веду линию, давайте жить так, чтобы меньше этих было соблазнов. Вот о чем сегодня идет речь. И я не думаю, что если, допустим, сегодня же я вам это сказал, вас все переменится, это жизнь. Ну, хотя бы, мы тогда будем иметь возможность открытыми глазами смотреть на то, что произошло, и скажем, Господи, прости. А так и часто, вот этих проблем, этих вопросов, мы ж не каемся, не просим прощения друг у друга. Потому что там это нормально. Вот в чем вся проблема на сегодняшний день. Я не думаю, что у нас много поменяется. Я не думаю, что после этого вы закроете глаза и зло будете называть добром, горькое сладким, сладкое горьким, что все будет хорошо. Нет. Горькое надо называть горьким, сладкое сладким, свет светом, чему чмою и так далее, и так далее. Но не осуждая. Для нас это будет, было непросто и будет непросто. Но хотя бы, чтобы на сердце врезалась вот эта истина Божия, о которой вот Павел говорит так много. Целую главу практически посвятил этому вопросу. Да не хулится ваше доброе, ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Павел разграничил две стороны, потому что они очень важны для нас. Мы живем в теле, мы живем на земле. И большинство людей, которые не знают Господа, а мы многие выходцы из таких людей, они считают, что хорошая жизнь, благополучие, удовольствие – это пища, питье, крыша над головой, машина. Это все. Больше ничего не надо. И Павлу надо было очень много говорить о том, что это не все. Все-таки Царство Божие – это не пища и питье. Пища и питье нужны нам. И я думаю, из этого вопроса очень многие в грех влезают глубоко. Но Павел говорит, что не пища и питье, а Царство Божие. Не секрет, что сегодня и верующие люди. Многие забыли, когда они молились серьезно. Забыли, когда последний раз исполнялись Духом Святым. И благословение все видят в том, что есть хлеб, есть до хлеба, есть все необходимое для жизни. Правда ж так? Ну да, вот. А чего еще надо? А чего еще надо больше? Да, это тоже часть благословения. Если у человека нет куска хлеба, нет крова над головой, это большой минус для жизни. Но нельзя сказать, что в этом-то и заключается благословение, если оно есть. Вы знаете, можно иметь все. Это же непосильный труд. Забросить церковь, потом забросить мораль, потом забросить все стандарты.
И дьявол для того, чтобы вас увлечь дальше, он тоже может дать. Может дать. Хотя после спросит очень. Спросит. Забрать может. Может это сделать. Если только он увидит, что у вас именно вот это увлечение, что у вас это стало желанным, что вы поставили это первым планом, он сделает все, чтобы дать. Другое дело, когда ваши родители молятся, когда молится церковь, Бог не даст ему этого сделать. Это другой вопрос. Когда-то помню, я другой пример возьму. Немножко не просто житейский, а где-то там на Полесье, я знаю эту местность, когда-то жил колдун очень сильный. И когда однажды, не помню, как это было, мне об этом давно рассказывали, я сам лично с ним не встречался, он, значит, увидел, как два ангела боролись за душу. Вы знаете, они тоже видят духовный мир. И он, значит, спросил, с дьяволом напрямую разговаривал, очень сильный был такой колдун действующий. А что, говорит, так это есть Бог? Дьявол говорит, да, есть. Так что это, есть рай? Говорит, да, есть и рай. Но, говорит, в рай попасть очень трудно, а ко мне проще. У меня это очень легко. И вы знаете, его это очень сильно задело. Очень сильно задело это. Он после этого, я не знаю, почему дьявол так сказал, наверное, тоже видел, что это бесполезно другое что-то говорить. По-видимому, у него уже были склонности какие-то. У него было все. И когда он пошел в церковь, за короткое время забрал все. Сгорел дом, сгорело все имущество. Потому что то, что он дал, он забрал у него. Может дать. Вы знаете, они делают все за деньги. То привороты, то отвороты, то наговоры, то выговоры. Это все деньги. Это все деньги. Это не чистые деньги, это не те деньги, что надо. Но не деньги, это богатство. А правда, я не буду говорить про его судьбу дальнейшую. Это тоже такой, ну, особый вопрос. Но сначала дал, а потом забрал. Он его мучил впоследствии очень сильно. Короче, не хотел отдавать, потому что он кровью расписывался, с кровью заключал завет с ним. С такими людьми очень тяжело. Нужны усиленные молитвы, церкви, усиленная борьба за них. Но это особый вопрос. Но я просто очень хотел бы, чтобы мы очень внимательно рассматривали то, что мы имеем, это благословение или это неблагословение. Можете работать целыми днями на трех работах. Один раз в месяц быть в собрании. И у вас будет что-то. Будет что-то. Сегодня, а если что, умеете махлевать по-белорусски немножко, обмануть кого-то, то вообще много может быть. Но это уж нельзя будет назвать благословением. Это уж не будет благословение уже тогда. Благословение, когда вы отдали Господу положенное, и в то же самое время вы не отдали для работы всю свою жизнь, как говорят, до седьмого пота, и вы имеете, это благословение Божие. Я не раз говорил, есть три уровня труда. Труд, который был в Едемском саду. Я помню, когда-то я вам напоминал об этом. Который доставлял удовольствие. Адам с Евой тоже должны были трудиться в саду, да, помните? Зал, трудитесь, наблюдайте за садом. Но это было нечто похожее, как мы сегодня, ну, за домашними цветами ухаживаем, за вазонами, как мы сегодня говорим. Вторая степень труда – это когда будешь иметь все, но у поте лица своего будешь есть хлеб. И третья степень – как наказание. Как наказание. Вы знаете, трудовые лагеря. Вы знаете, как там мучили? Трудом мучили. Говорили, трудовое первовоспитание. Израильтяне в Египте тоже работали. Но это было наказание, это на истребление было. Я когда сегодня посмотрю, то сегодня у многих людей их труд, это уже не первая стадия. Первой стадии нет. Все, она кончилась там в Едемском саду. И даже не вторая, когда у поте лица будешь добывать хлеб. Или есть хлеб, написано. Но чтобы есть, то надо же добыть его. А третья стадия, когда весь в работе, днем и ночью.
и чтобы выделить время в собрание прийти, и тогда будет, но это не благословение. Это не благословение. Это то, что опустошает. Это то, что впоследствии может погубить. А вы помните этот текст Писания, послание к Тимофею, апостол Павел говорил, а желающие обогащаться впадают в сеть и в разные обольстительные похоти. Вот и все. Ибо корень всех зол есть что? Сребролюбие. Не деньги злом являются. Мы часто говорим, деньги зло. Не деньги зло. Отношение к деньгам зло. А деньги, это есть деньги. Если бы это было зло, то Бог почистил бы наши карманы, когда мы помолились быстро. Но однако уж Он дает нам то, что необходимо для жизни. А уже наше отношение к этому вопросу, оно может быть зло, да. Оно может быть зло. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вы на это обратили внимание. Я думаю, что я несколько повторюсь, но в эту тему, если я даже говорил о Барановичах, я ее никогда не говорил полностью. Потому что, чтобы раскрыть тему полностью, за 30 минут, за 40 ее не раскроешь. Это хорошо понимаете все. И я думаю, что я как-то остановлюсь, может быть, я на следующем разборе эту сделаю. Где после, это 17 стих. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Вот он эту первую половину, или первой половине, противопоставил другую. Что ж является именно Царствием Божиим? А Царство Божие, вообще-то, с одной стороны, даже в Библии, в некоторых текстах Писания, Царство Божие и Царство Небесное – это одно и то же. Но в некоторых текстах есть уже разница. Царствие Божие внутрь вас есть, а Царство Небесное, оно говорит о месте. Какое оно? На какой территории находится? Поэтому, когда мы говорим именно о Царстве Божьем, то мы будем говорить вещи речь о характере человека, о его внутреннем мире. Вы, наверное, знаете, что во всяком государстве есть свое устройство, есть своя иерархия государственная, есть свои законы, по которым живет это государство, правда? И есть свой язык. Есть евангельский библейский язык, и есть христианский язык. Сегодня люди путают одно с другим. Круто. Не хочу говорить эти слова, которые говорят, особенно молодежь. Братья уже немножко смеются. Один из братьев сказал, да, братья, вы уже далеко зашли. Говорят, написано, кротость ваша да будет известна всем человеком, Господь близко. А вы говорите, крутость ваша да будет известна всем человеком, Господь близко. Говорит, старайтесь чем быть, чем более крутые, урвать чем побольше, потому что время последнее, скоро Господь придет. И это уходит в лексикон наш. Мир врывается сюда, поведение врывается, в одежду врывается, во что хотите врывается. Уже дело дошло до того, ну, извините меня, ну, христианские ругательства. Я говорил на молодежной конференции, говорю, что-то у вас за блин. Это ж завуалированное ругательство. Я вот прекрасно понимаю, что вы говорите не о тех блинах, которые на сковородках пекутся. Ну вы же хоть думаете, что вы говорите? Думайте о том, кто вы есть на самом деле. Я не буду больше повторяться, вы вообще-то хорошо знаете и слышите. Хочется быть так, как мир. А Царстве Божьем, Царстве Небесном, свой язык. Это не язык мира. И язык, и устройство, и законы. У него свои законы. Поэтому я буду говорить на эту тему. И думаю, я посвящу следующий разбор, если я успею. Потому что это очень важный вопрос.
Мы все сегодня хотим благословения. Мы все сегодня хотим радости. Но вы знаете, я сегодня напомню, чтобы, может быть, в следующий раз не повторяться. Ибо Царство Божие не пища и питье, это однозначно. Вот это ставьте в сторону и даже не рассуждайте об этом. Но что является Божьим Царством? Написано: праведность и мир и радость во Святом Духе. Мы хотим иметь радость, не учитывая праведности и мира. И довольны этой радостью. Я не раз вспоминаю эту последнюю конференцию молодежную, которая была. Но правда, не буду называть кто, не буду называть что. Просится одна сестра. Смотрю, мы часто хотим, молодежь как реагирует, правильно? Надо учитывать интересы молодежи. Я поглядел. Вы знаете что? Я не могу просто пустить на самотек еще. Выходит одна сестра. Последняя уже группа там была, пели они, такую веселую музыку дали, они чуть не пляшут. Я чувствую, что не то. Как-то я сумел перехватить, правда, эта группа обиделась. После сказали, что обидели, что я им не дал петь. Я смотрю, что не то, потому что направление было другое. Перехватил кое-как, пошли люди каяться. То они почти плясали, а тут такие грехи исповедуют, что их всем не скажешь. Тут плакать надо целыми днями. Они под эту музыку готовы чуть не до потолка прыгать. Понимаете, вот радости хотят. Но это ж радость не во Святом Духе. Это ж радость не от того источника. Оказывается, можно в этим ритме завести людей, они забудут про все будущее во грехе, они будут радоваться, аллилуйя, мы спасены. Норма. Потом второе, что меня удивило очень сильно. Просится одна сестра спеть. Как-то мне так не хотелось ей давать петь. Но просит один раз, второй. Хорошо, спой. Спела она один раз. Ну ладно. То просит еще раз. Молодежь требует, спой. Спела второй раз. Потом дома как стала ее кузня, она одержимая. А они вот так вот пляскать начали, так довольны были. Она едет, дышит и радуется. Никому не рукоплескали, а мне. Ну, кому? Дух-то не тот. Вы поняли меня, о чем я веду речь? Радости хочется. Ну, в этой радости есть ступеньки. Во-первых, вы не можете радоваться, будете благодарить Бога. Но вы не можете торжествовать, что у вас кусок хлеба есть. Это же не все. Это то, что дает вам возможность обратить внимание на духовные вопросы. Я понимаю, что голодный человек, будешь думать о том, как поесть. Но это же не самое главное. И стоит праведность, а потом мир, а потом уже будут еще эти два компонента, они существуют в жизни. Будет и радость в Духе Святом. Поэтому я думаю, если Господь продлит нашу жизнь и будем живы, я эту тему скажу более полно, чем когда-то говорил. А сегодня пусть Господь благословит вас, пусть Господь поможет все это взять в сердце, и пусть благословение Божие будет со всеми нами.